С вами Ника. На сегодня мы будем продолжать открывать Kindle. И здесь написано Blue Fox. Три лиса. Лиса. Три лиса. Такая у нас лиса. Самая уважаемая лиса, которая все любит красть. Идет. Так, да, не что мы гладим за его, что она такая одинаковая. Может, если от нас что-то спрятала, что там ничего не трясется. Мы уже подумали, что ничего нет. Что есть такая штука. И на через кашу что-то черное. И так. Это новая машинка! Из такой же коллекции, как та фиолетовая. Я эту коллекцию как бы не знаю. Не очень знаю. Сейчас я ее себе вот вкладыш. Эта вот машинка есть, и теперь попалась нам это. И какая? Я не знаю. Так этой машинки вообще здесь нет. Не, а, нет, вот эта вот зеленая у нас. Я иду, попалась. А, да, здесь. Не, машинка может ехать сама. Ну, вы видели, что она едет сама. У нас домой пользу. И вот здесь написано Happy Birthday to you. Happy Birthday просто написано. Я спеваю зеленый звонок и днем рождения. Не трясется. Четыре. На вот трясется. Здесь у нас попался хвост. Что это такое? А, это дракон. Дракон. Даже про них забыл. Блин. Забыл про этих драконов. Как я мог забыть про этих драконов? Игрушка там новая у меня. Да у вас на меня может и есть такая, может и нет такой. Но я знаю, что есть такая игрушка. И вот мы собрали нашего дракона. У него огромный плащ, как вы видите. Слетать. Вот так. И коллекцию. Не хватает этих троих, потому что мне этой коллекции еще не было. И сразу вот так вот разворачиваем, что мы знаем, что здесь на все. Ну, конечно, посмотрели игрушку, и я на ходу вырезаю свою капсулу. Конечно, вверх ногами. Я вверх ногами не буду, не очень красиво. Я поставим ее вот так. И другой Kindle. Denk an dich. Вей себя и думай про себя. Не знаю. Так, это задняя сторона. И передняя сторона. Вей в себя. Будет начик. Это же очевидно. Просто... А вы можете сказать, они езжали рядом, а? Это повтор. А повтора собирать я не буду. Такая новая как бы фольга. Появилось. А так-то ничего нового. Это был повтор. И ту шафтас. Ту шафтас.
Ты сможешь что-то здесь написано? И посмотрим лицей. Что-то либо сборное что-то, либо слишком что-то майка, либо машинка. Ну, мне кажется, что-то сборное. Например, сборное и еще что-нибудь. Это повторная собачка. Это вот коричневая. Опять повтор, господи. Что-то у нас опять на повтор, смотрите, везет. И Guten Morgen. Доброе утро. Ну, как бы уже не утро, так что доброго вечера, может. Просто доброго вечера у нас. Что? А, да. Что-то такое трясется, маленькое. Слышите, там что-то трясёт такое. Маленький звук. Третья игрушка из коллекции Мистер Прыгун. Смотрите, это еще одна игрушка из коллекции. Мне не хватает этого вот только улыбящего. Этот есть и этот есть. Мистер Прыгуны. Прямо в камеру прыгнул. Вообще такой молодец. Молодец. Вот этот вот наш прыгун зелененький. Зеленый прыгун всегда не удивит. Увязает. И это был последний Kindle. С вами был Ника. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте комментарии. Пока.